Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание энергетическим целителям и поговорим, кто же эти знаки зодиака. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми, кому это действительно будет важно. Знаете, интуиция и проницательность – это те качества, которые будет полезно иметь всем людям. Именно с их помощью можно быстро ориентироваться в любой ситуации и принимать, конечно же, рациональные решения. Понимая это, многие люди стараются развивать именно эти качества. Но есть такие люди, которым это просто не нужно, не требуется. Почему? Потому что у них есть проницательность и мощная интуиция уже с самого рождения. И эти качества настолько хорошо у них развиты, что позволяет им не только в обстоятельствах быстро ориентироваться, но и читать энергию окружающих людей. И рождаются такие энергетические целители под некоторыми знаками зодиака. Итак, кто же у нас по знаку зодиака энергетический целитель? Первый знак зодиака, друзья, это Овен. Уважаемые Овны, вы заботитесь о других представителей этого знака зодиака, и вы это делаете уместно, правильно. Но, уважаемые Овны, вот вы это практикуете, правда, не всегда. Но если Овны начнут с кем-то говорить, то они быстро определят проблему собеседника и поймут, что именно мучает того или иного человека. И в процессе разговора эти личности, то есть в лице Овнов, могут успокоить оппонента, устранить все его страхи и сомнения и позволит ему вновь обрести веру в себя. Поэтому, если в вашем окружении есть такой человек, особенно в знаке зодиака Овен, знайте, вы всегда можете прийти к нему и, пообщавшись, вы знаете о том, что он действительно вам поможет. Вы думаете, что это моральная поддержка, что это слова, которые он находит к вашему сердцу, а в реальности он просто является энергетическим целителем для вас. Старайтесь с такими людьми обязательно дружить и обязательно не ругайтесь. Следующий знак зодиака – это рак. Уважаемые раки, энергетическая работа – это то, к чему ваш талант имеет с самого рождения. Эмпатами являются все личности этого знака зодиака. Раки могут чувствовать проблемы других людей, могут быстро понять, как их решать, лишь задав собеседнику несколько вопросов. Человек, которому представители данного знака зодиака помогут, будет удивлен, ведь он сам мог не знать, что все трудности можно так преодолеть. Раки сами по себе – это достаточно спокойные, уравновешенные люди. И, возможно, вы даже с первого раза не узнаете о том, что такие люди, которые занимаются энергетическим целительством, есть в вашем окружении. Поэтому обязательно, когда вы с людьми дружите, общаетесь, узнавайте, кто они по знаку зодиака, для того, чтобы знать, как все-таки их использовать для себя и во имя себя. Следующий знак зодиака у нас Дева, уважаемая Дева. Поддержать любящие и заботливые, они могут любого человека. Девы будут утешать того, кто страдает, и будут давать рекомендации, которые позволят справиться с проблемами. Люди данного знака зодиака порой бывают слишком навязчивыми, но надо признать, что они всегда говорят исключительно правильные вещи. Когда кто-то мучается, девы могут даже свою требовательность отодвинуть на второй план. Могут забыть о своем желании всегда быть совершенными и доводить все до идеала. Поэтому, если в вашем окружении есть знак зодиака Дева, знайте о том, что они достаточно сильные энергетические целители. И они всегда будут говорить только правильные вещи. Поэтому обязательно к этому знаку зодиака нужно всегда прислушиваться.
Следующий знак зодиака у нас Телец. Уважаемые тельцы, проницательность тельцов позволяет им делать невероятные открытия. Эти личности не будут делать ничего лишнего, потому что не желают перегружать того, кому они помогают. Представители данного знака зодиака никогда не будут ошибаться в своих предположениях. Поэтому недостатка в их работе никто не будет испытывать. Но вот если кто-то начнет навязываться, требовать слишком многого от тельцов, они начнут обороняться, от чего пострадает тот, кто так желал быть в центре внимания. Поэтому к людям с названными знаками зодиака, еще раз, Телец, Дева, Рак и Овен, обращайтесь всегда за помощью. За моральной поддержкой обращайтесь. Обращайтесь в любое то время, когда вы действительно считаете, что это важно и нужно для вас. Потому что эти знаки зодиака, они никогда не откажут тому, кто действительно нуждается в содействии, в подсказках, в советах и рекомендациях.